Reminiscence represents. Reminiscence означает для нас достижение определенной цели для бренда Hermès. И Франк очень рад, ему очень приятно находиться здесь и получить этот приз. Какая же номинация у вас? Какая-то что-то лучшее, что-то в какой-то... Что-то лучшее, что-то в ювелирной. Вот понимаете, да, какие скромные люди работают в этой ювелирной индустрии. Как вообще мероприятие сие? Все очень хорошая атмосфера вообще, люди хорошие. Все очень так позитивно. Кристалл наш нравится, коллекционировать будете? Буду, конечно. Ну, в изделие его не вставишь ни в какое, но вообще что-нибудь придумаю. Кристалл магический. Я как раз сказала о том, что обожаю канал, и этот кристалл, он как раз напоминание о том, для какого мира мы работаем, мира моды, такого загадочного, туманного, казалось бы, призрачного, но приносящего такие доходы. Четвертый год мы проводим действительно самое уникальное, может быть, некое мероприятие в бьюти-индустрии. Раньше такого не было, когда мы смогли объединить люксовые бренды, которые приглашаем звезд. Звезды тестируют эти бренды. Все последние процедуры, последние какие новинки. Ой, приходите на следующей неделе, все сами увидите. Называется это магическое событие. Волшебный InStyle Beauty Bar. Ну, всегда приятно получать награду, особенно от такого профессионального и замечательного канала, как Fashion TV. Я рад сотрудничеству нашему, я рад, что мы вместе понимаем, что мы делаем, и я рад, что в том далеком 94-м году, когда мы начинали всю эту историю, сегодня, к 2011 году, мы нашли очень много сподвижников и партнеров. Вот один из наших главных партнеров – это Fashion TV. Смотрите Fashion TV, вы увидите самое лучшее, что можно увидеть в этом мире. Мне кажется, что Fashion TV делает для дизайнеров очень серьезное дело, потому что поддержка, особенно для российских брендов, она необходима, потому что, вы знаете, конкурентная борьба очень серьезная, и любое позиционирование вот так вот, как вы это делаете, это очень важно. Я хочу еще раз поблагодарить Fashion TV за поддержку. Спасибо. В гостях у Fashion TV Елена, которая стала обладательницей приза «Лучший салон года». Лучший салон года, да? Мильфей, правильно все? Правильно. Отлично. Ну, расскажите, что чувствуете, держа в руке такой тяжелый кристалл? Я уже сказала, для меня это как аттестат зрелости. Fashion TV – это самый важный канал в мире моды. Мода и красота – это те составляющие, которые всегда идут рядом. Огромное спасибо